Здравствуйте! Вы смотрите утренний обзор рынков от Альпари. И сегодня ведущие российские фондовые индексы демонстрируют рост. Рубль незначительно ослабевает по отношению к доллару и евро. В целом, рублевые пары уже второй день корректируются наверх после значительного снижения в предыдущие дни. Цена на нефть незначительно растет. В целом, нефть марки Brent продолжает торговаться в районе отметки $52 за баррель. Что же касается валютных пар, то сегодня пара доллар-рубль проведет торги в районе отметки 57-58 рублей. Пара евро-рубль в районе отметки 68,5-69 рублей. Тем не менее, мы предполагаем, что в ближайшие дни укрепление рубля продолжится. Это и были все новости. С вами была Анна Кокарева. Смотрите утренние обзоры рынков от Альпари, и вы всегда будете в курсе новостей финансового рынка.